Вот, посмотрите, что у нас происходит. Перекресток. Перекресток Гоголя, набережная. Городская центральная канализация хлыщет с 11 часов утра, а сейчас 2 часа дня. Вы не представляете, какой запах здесь, если это можно запахом назвать. Вот это уже 3 часа происходит. Гоголя набережная, перекресток, прорвало городскую центральную канализацию. И все в наш любимый Тобол. В этом году не советую в Тоболе купаться. Ужасно. Здесь ведутся ремонтные работы по дороге. И, наверное, что-то прорвало. Порвали они.